Вопрос. Я проживал вместе с женой в отдельном от своей семьи доме, так как было много проблем. Я пообещал жене, что не расстанусь с ней. Через некоторое время отец сказал мне, чтобы я вернулся в дом для проживания с женой у него. Но жена не желает этого. Что мне делать? Послушать ли мне отца и расстаться с женой? И буду ли я в этом случае тем, о ком сказал Всевышний Аллах? И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещание вас призовут к ответу. Сура 17, аят 34. Ответ. Хвала Аллаху. Нет сомнений в том, что благочестие по отношению к родителю является серьезной обязанностью. Но так как ваша жена не желает жить в его доме, не принуждайте ее к этому. Постарайтесь убедить своего отца, а жена пусть живет в отдельном доме. Звоните, навещайте своего отца, будьте благочестивым по отношению к нему, чтобы заслужить его довольство по мере своих возможностей.